Привет! Сегодня под моим вниманием Wi-Fi роутер TP-Link последнего поколения. Эта модель привлекла мое внимание благодаря своей мощности и возможностям настройки. Я тестировал ее в разных условиях, чтобы узнать, как она справляется с повседневными задачами и специфическими вызовами. В этом обзоре я поделюсь своими наблюдениями о ее производительности, удобстве использования и, конечно же, уровне стабильности сигнала. Так что если ты в поиске нового роутера, которому не страшны ни загруженные сети, ни толстые стены, останься со мной. Перейдем к внешнему виду этого роутера. Изящные размеры 272,5 на 147,2 мм в ширину и всего 49,2 мм в высоту делают его компактным, но в то же время мощным устройством в любом пространстве. Верхняя панель корпуса поражает своим оригинальным дизайном. Она выполнена со множеством отверстий, которые не только придают ей современный вид, но и играют ключевую роль в технической части. Эти отверстия способствуют эффективному распределению тепла, позволяя роутеру работать на полную мощность без перегрева. Не забудь заглянуть в описание под видео, где я оставил для тебя ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод для выгодной покупки. Теперь давайте более подробно остановимся на технических особенностях и функциях этого роутера. Он поддерживает два диапазона частот. На 5 ГГц скорость может достигать до 4804 Мбит в секунду, благодаря стандарту 802.11ax и технологии HE160, а на 2,4 ГГц до 574 Мбит в секунду. Также устройство оснащено одним гигабитным портом WAN и 4-гигабитными портами LAN, что обеспечивает великолепную производительность для любых домашних или офисных задач. Мои тесты показали, что роутер идеально подходит для 8К стриминга, так как общая скорость Wi-Fi может достигать до 5400 Мбит в секунду. Это позволяет без задержек смотреть потоковое видео, играть в онлайн-игры и с легкостью загружать большие файлы. Особое внимание заслуживает поддержка Wi-Fi 6 с технологиями 4T4R и HE160 на диапазоне 5 ГГц, что позволяет достичь скорости до 4,8 Гбит в секунду. Роутер способен обслуживать более 200 устройств одновременно благодаря поддержке MUMIMA и OFDMA, что значительно снижает загруженность сети и увеличивает ее пропускную способность. Также устройство оснащено 6 антеннами и технологией Beamforming, обеспечивающими широкое покрытие. Дополнительную безопасность предоставляет Home Shield – премиум-сервис защиты TP-Link, который защищает вашу домашнюю сеть и подключенные IoT-устройства. Роутер поддерживает общий доступ к USB-накопителям через порт USB 3.0, что делает обмен медиафайлами удобным и быстрым, а также позволяет создавать удаленный доступ через FTP или подключать USB-модемы 3G-4G. Приложение Tether облегчает настройку устройства, а технология EasyMesh предлагает создать единую Mesh-сеть с устройствами разных производителей, поддерживающими эту технологию. Я внимательно изучил отзывы владельцев и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Не работает как репитер с другими моделями. Большие размеры. Перфорированный корпус. Платные функции родительского контроля. Плюсы. Удобный интерфейс. Приложение для настройки. Мощный диапазон 5G. Высокая скорость. Привлекательный дизайн. Встроенный торрент-клиент. Порт USB 3.0. Стабильность сигнала. Широкий радиус действия. На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь взглянуть на описание под этим видео, где ты найдешь ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Твое мнение о данной модели очень важно для меня, так что не стесняйся оставлять комментарии. И конечно, если ты хочешь видеть больше подобных обзоров, подписывайся на канал и ставь лайк. Буду рад встретиться с тобой в новых видео. До скорой встречи!